Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас с вами будет эксперимент. Мы будем смотреть, что находится внутри зеленой шишки. Мне, например, очень-очень любопытно, что же внутри нее находится. Потом, конечно, она превращается в другую, более такую уже зрелую, раскрывшуюся, обычную там шишку. Вот, тут она еще не... Хотя она жестковатая, конечно. Ну, давайте попробуем ее разрезать пополам. Для этого я взяла самую обычную доску, плохую. Старый нож на всякий пожарный, если вдруг его будет тяжело отмыть. И давайте попробуем с вами. Она режется. Опа. Она немножечко такая, смотрите, немножечко под, то ли она подпорченная, но, в принципе, кстати, внутри нее особо ничего такого не находится. Обычно, особенно с этой стороны, кстати, видны маленькие полукруглые такие полосочки, как будто это начало чего-то. Вот здесь она тоже. Но она, кстати, да, вот такая немножко темненькая, поэтому я ее и взяла. Хотя бы не так жалко ее будет разрезать. Кстати, очень пахнет, она очень вкусно пахнет, очень прям такая ароматная. Вот она сфокусировалась. Она, кстати, очень-очень ароматная, очень прям пахнет. Классно. Здесь тоже, вот видите, она что-то там темненькая. Ну и видны какие-то такие вот полосочки. Как будто, знаете, вот отсюда войдут вот так вот. Так, полосочки какие-то, вот что-то вот такое, что-то такое необычное. Да, здесь вот она как раз темненькая, подпорченная уже какая-то. И смотрите, я ее раздвигаю, видны полосочки. Сейчас камеру поближе придвину. Вот смотрите, видите полосочки? Вот она. Такое что-то необычное. Пахнет, кстати, прямо этой елкой, как вот под Новый год елку мы приносим, да, с вами. Также пахнет и тут. Так, тут я сейчас попробую отделить, что ли, вот это вот все. Тут темненькое. Так, а здесь? Здесь тоже. Здесь, кстати, да, очень видно то, что вот они отделяются, как, знаете, как мясо. Вот оно, такие волокна, волокна, да. Тут тоже вот они все волокна раскрываются. Здесь все видны они. Подпорченные. И посередине здесь, кстати, вот само, видимо, основание. Так, давайте, так пусть останется. Эту еще отрежем. Ну да, она, конечно, немножко испорченная, но другую что-то мне было жалко резать. Сейчас что-нибудь придумаем. Вот они, волокна. Я, честно говоря, надеялась, когда отрывала, мне казалось, что я сейчас эту белую штуку просто оторву, а вот эта зеленая останется. И мне, честно говоря, хотелось эту снять, например, да, а зеленую вот эту останется, она подсохнет, и получилась бы, может быть, какая-то некая такая кожурка от елочки, и в нее что-то такое ароматное залить можно было бы, да, или вот что-нибудь придумать такое. Здесь, мне думаю, довольно сложно ее будет. Ну, в принципе, можно постараться вынуть. Кстати, нож. Нож, кстати, не сильно попачкался. Я думаю, он отмоется. Мне прям казалось, что там будет смола. Такая непромываемая.
Да, она такая испорченная. Ой, там червяк живет. А, я так и думала, что там кто-нибудь будет жить. Да, там шокированный червяк сидит на самом деле. Слушайте, а как же он туда пролез-то? Представляете, даже там может жить червяк внутри шишки. Здесь, честно говоря, я все-таки думала, что это просто повредила ее болезнь какая-то. Как вот бывает у нас чернеет груши иногда. Мне казалось, что здесь тоже так же. А тут, представляете, то есть есть такой червячок, который... Где он там? Который, представляете, ест, то есть эту шишечку. Она так ароматно пахнет, как какой-то ароматизатор. А он ее ест, представляете? Что-то, честно говоря, такое несовместимое. Все равно, что человек выпьет духи какие-то. Короче, тут такие волокна. Сомневаюсь, что у меня тут получится. Я боюсь, что сейчас меня этот червяк просто цапнет. Неизвестный такой, который ест такое всякое. Там, кстати, как будто косточки какие-то. Да, это какие-то на косточки было похоже. Недозрелые, по всей видимости. Да, вот они какие-то косточки имеются. Да, я уже что-то, кстати, много времени на это потратила, чтобы ее почистить. Вот, ну и в принципе, я думаю. Ой. В принципе, я думаю, если, допустим, постараться найти шишечку немножечко побольше. Кстати, да, хорошая идея. Найти шишечку побольше, ее пополам разрезать и вытащить вот эту вот всю внутренность. Не может получиться такая некая маленькая лодочка. Здесь, кстати, смотрите, она уже вся потемнела. Прям уже такая вся темная. Она, наверное, еще темнеет довольно быстро. Тут тоже, кстати, вон, смотрите, есть какие-то, как семена. Как семя. Такое, видите, недозрелое. Интересно. Руки у меня уже грязные. Руки обалденно просто пахнет этой елочкой. Можно просто вот так вот собирать шишечки недозрелые, допустим, дома приходить их разрезать и просто аромат, этот, да, прекрасный аромат нюхать, вкушать. Вот, вот такой у нас с вами был эксперимент интересный. Кстати, может быть, еще посмотреть. Вот тут давайте еще посмотрим. Ну-ка. Саму-то кожу мы так и не нашли ее. Червяк сидит. Опа, вот она. Вот. В принципе, до чего я и пыталась дойти. А вон и гусеничка сама сидит. Вот она, кстати, это серединка. Там же гусеница. Гусеница, что ли, да, шокированная сидит. Вот она сама черная, кстати, и с этой стороны она тоже зеленая, кстати, очень такая гладкая. Вот она, гусеница. Беленькая. Сидела. Тут какое-то, смотрите, снова семечко какая-то. Тут вот. Еще одна семечко. Кстати, семечек таких очень много. А потом, кстати, эта шишечка превращается. Превращается в такую вот шишку. Кстати, вот мне очень нравится с этой стороны. Честно говоря, иногда хочется вот это просто вот безобразие отпилить, и останется вот такие вот штучки, залить смолой во что-нибудь такое красивое и просто любоваться. Или приклеить куда-нибудь
там вот что-нибудь такое. Такими вот она вот недозрела немножко. Это вот такая же она была зелененькая, тоже вот до конца не открылась. То есть, в принципе, они вот такими потом становятся. Уже такую шишку, ну, не настолько она красивая, поэтому, мне кажется, проще можно зелеными так вот пообойтись немножечко. Вот. Зеленых у нас в этом году очень-очень-очень прям много. И некоторые даже падают сами. Вот. Мы с вами посмотрели шишку, что находится внутри нее. Я думаю, что вам было интересно. Есть какие-то такие вот волокна. Может быть, не знаю, если получится поймать шишечку, которая уже собирается темнеть, что находится у нее. Ну, я думаю, у них вот они просто потом раскрываются вот так. В принципе, тут и видно, вот они, эти волокна. И вот они потом вот так вот раскрываются. Здесь, конечно, внутри ничего больше не находится. Здесь нету семян. Ну, это уже другая история, я думаю, будет. Вот, все. На сегодня это все. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика уже. Вот, у нас очень интересные многосерийные влоги, как будто какой-то сериал. Также на моем канале есть обзоры на технику, на продукты, фоны разные, живопись. И очень много всего интересного. Обязательно на мой канал подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Пишите комментарии, понравился вам такой эксперимент с шишкой или не понравился. Мне будет интересно почитать ваш комментарий. Может быть, у вас есть какие-то предложения, что можно еще разрезать, открыть. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.